В Магадане строится новый физкультурный оздоровительный комплекс «Президентский». Он разделен на 4 независимых корпуса. Комплекс объединит в себе хоккейную арену, 2 бассейна и атлетические залы. Подрядчиком выступает компания «Магнум», которая выиграла конкурс на софинансирование строительства спортивного комплекса из федерального бюджета, направлено более 1,5 миллиарда рублей. Средства выделили по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта» в рамках исполнения указания президента Владимира Путина. Сейчас мы находимся на этапе строительства, и вы сами видите, сейчас лето. Сейчас мы закрываем контур. А это первоочередная кровля, фасадная часть. Также подводим начатые работы по наружным электросетям, теплосетям, чтобы к осени закрыть контур и в зимний период времени включить отопление и внутри начать отделочную работу. На новом строящемся спортивном объекте побывали представители региональной общественной палаты. Активисты отметили, что для мониторинга строящихся инфраструктурных объектов Магадана необходим специальный ресурс в интернете. Поэтому представители региональной общественной палаты решили выйти с инициативой в правительство Магаданской области для создания такого сайта. На нем, по мнению специалистов, будет представлена информация о строящихся в Магадане инфраструктурных объектах. Как мы это представляем, была как бы такая интерактивная карта, карта области, значит, карта Магадана, где были такими значками, вот, например, значит, изображен президентский, чтобы любой человек очень быстро, спокойно мог выйти, нажать, посмотреть, на какой стадии строительства, сколько денег освоено, что там будет вообще, когда это будет. И оставить, возможно, какие-то свои комментарии, может быть, загрузить даже какие-то свои фотографии. По словам специалистов, самая главная проблема в строительстве – это логистика. Материал иногда идет долго. Отставания от графика федерального проекта сейчас нет. Когда рабочие приступят к отделке помещений, возможно, внесут новшества по проекту. Строительство спортивного комплекса началось в 2019 году. Закончить объект планируют уже через год.